Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Вот закончила я вышивку Риолис «Маленький лисенок» и хочу поделиться с вами своими впечатлениями о работе. Ну, обзор я не делала этой работы и этого набора, поэтому сначала покажу вам по набору, а потом расскажу уже по саму вышивку. Итак, эта работа небольшая, всего 13 на 13 сантиметров. Вышивается шерстью, очень легкая, яркая схема цветная, удобная. В принципе, эту работу может вышить даже ребенок. Но я вышиваю Риолис как отдыхалочку, отдыхаю, когда шью ее, и получаю удовольствие. Это у меня осталось только ниточек. Можно вышить еще одного лисенка. В общем, впечатления самые прекрасные. Ну и посмотрим саму готовую работу самого лисенка. Такой он яркий, классный, шкодный лисенок. Вообще у меня целая серия куплена этих наборов, этих милых зверят. Я буду показывать вам. Буду по мере занятости вышивать их. Потому что вот эти вот маленькие зверята, это вообще это чудо какое-то. Шил, и каждый крестик у меня давался с таким позитивом, с такой радостью, что прям прелесть. Ребенок у меня как раз книжку читает про лисенка. Решила ее тоже кадр заснять. И вот еще раз покажу. У него такие яркие-яркие глазки, яркая шерстка, колокольчики. Прелесть. Очень позитивный, очень классный. Вживую прям глаз не отвести от него, правда. Как оформлять, пока не знаю. Когда вышью всю серию маленьких зверят, то уже решу, что буду с ними делать дальше. Может быть, всех вместе оформлю. Может быть, по отдельности. Вот такой вот маленький лисенок. Очень рекомендую. Как и все наборы Риолис. Такая вот красота получается. Большое спасибо вам за внимание. И до новых встреч!